Заметив целебное воздействие лечебных вод Мацесты на организм человека, Виктор Подгурский поспешил найти меценатов для создания бальнеологического курорта. Так, в 1912 году было образовано акционерное общество мацестинских серных источников. И стоит ли напоминать, что сегодня так называемая огненная вода является одной из точек притяжения отдыхающих. Мацесту называют сердцем курорта Сочи. А потому все жители и гости города должны помнить имя Подгурского. Созданием этого памятника мы увековечили историю и память о том человеке, который, во-первых, стал инициатором строительства здесь бальнеологической лечебницы. И он же смог убедить тогда чиновников царской России о том, что здесь возможно строительство и в последующем эксплуатация курортом. Инициативу установки памятника поддержали в местном отделении партии «Единая Россия». Работал над ним член Союза художников Петр Хрисанов. Перед собой скульптор ставил задачу не только придать бюсту портретную схожесть. Надо было точно попасть в среду, уже в готовую архитектурную среду, чтобы этот бюст соответствовал вот этим колоннам, этому зданию и вот этой площади, где он. И в то же время он не должен быть так навязчивым, он должен здесь встать, как будто бы он здесь так и стоял. Спонсорскую помощь в создании памятника оказали члены клуба «Друзей Сочи», а также директор Института стран СНГ, член Общественной палаты России Константин Затулин. Как коренной сочинец, он не мог не поддержать эту инициативу. Мы, сочинцы, гордимся Мацестой. Мы хоть и не принимаем ее, как правило, вот я, например, никогда в жизни мацестинские ванны не принимал. Но, конечно, я прекрасно представлял себе, что Сочи славен и интересен многим именно потому, что здесь есть мацестинские источники. Теперь все жители и гости курорта будут не только оценить целебную силу мацестинских вод, но и помнить имя человека, который открыл ее для всего мира. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.